I would like to move to our last speaker, and I introduce him in Russian, Александр Филоненко, философ, богослов, который закончил физико-технический факультет Харьковского университета, но в дополнение к своей профессии физика получил докторат по философии. И в настоящий момент он является доцентом кафедры теологии, культуры и философии науки Харьковского национального университета. И часто выступает как приглашенный лектор в разных местах Европы, в Италии, в Англии. Он был исследователем Кембриджского университета. И в дополнение Александр занимается образованием, и вот он сегодня нам об этом расскажет, как его жизнь привела к сфере образования. Да. Добрый вечер. Я хотел бы начать с благодарности. Во-первых, меньше всего я хотел бы разрушить ту тишину, которая появилась в зале. И я надеюсь, что мой доклад ничего с ней не сделает. И поэтому я проведу одно рассуждение, я надеюсь, тихое, но очень важное для меня. Что касается благодарности, я действительно хотел бы поблагодарить организаторов, которые были так любезны, что разрешили, не разрешили, а вынесли то, что доклад не написан. И я очень переживаю за переводчиков, но я бы не смог его прочитать перед уставшими людьми. Потому что в таких случаях и в такое время, когда закат, доклад – это как защита, как щит, который не позволяет тебе вообще говорить, а только прятаться. Мне не хотелось бы прятаться, потому что тема такая важная, о которой бы хотелось говорить даже тогда, когда уже все забыл. Тема, связывающая творчество и отцовство. Мое размышление будет очень простым. Я пишу ситуацию, попробую определить вызов и какой-то возможный педагогический ответ на то, что уже давно в европейской культуре так получилось, что творчество и отцовство разлучены. Я начну с суждений моего друга, великого итальянского педагога Франко Нембрини, который мне рассказывал, как он был в этом месте, в этом доме с арвопиартом. И, собственно говоря, это, кажется, самая трудная, большая, неотменимая тема. Он это вводит очень просто. Он считает, что главный симптом кризиса в образовании – это то, что из школы ушел отец, и ушел давно, уходил постепенно. Одна цитата. «Медленное, но верное разрушение культурой определенного типа представления об отце». А ведь это основа основ воспитания, возможно, там, где в первую очередь присутствует взрослый. Что-то играет, не знаю что. Разрушено представление о Боге как отцовстве, которому причастен или стремится быть причастным человек. После уже естественным образом разрушилось и все остальное. Место Бога заняли великие идеологии, призывавшие жить надеждами или устремлениями коммунизма. Но при этом человек обнаружил, что ему нечего сказать ни доброго, ни разумного собственным детям. Как говорит неподражаемый Вуди Аллен, «Бог умер, Маркс умер, да и мне что-то не здоровится». В одной фразе через запятую три этапа уничтожения идеи отцовства. Вот в какой-то мере можно по-разному переживать этот кризис и боль исчезновения отцовства, но разумно допустить, что это давняя история. История, которая сопровождает все новое время,
Может быть, с тех пор, когда Кант написал о том, что такое просвещение, и заявил, что взрослость – это способность пользоваться своим собственным умом. С одной стороны, это так, и более того, мы оказались в культуре, которая много думает о творчестве, исключительно творческая культура, но культура, которая научилась не связывать прямо творчество и отцовство. Если мы вернемся к каким-то христианским богословским предпосылкам, то даже там есть пространство ложных интерпретаций. С одной стороны, конечно, Бог – Творец, и мы слышали все доклады, которые говорили о том, каким образом человек, неся в себе образ Божий, является Творцом, способен к творчеству, сотворчеству и так далее. Но имя Бога как Отца – это более сильное имя, чем имя Творец. И в какой-то мере история, священная история – это история того, как люди, Бог открывал себя вначале как Творец, а потом как Отец. И вот понимание того, что постепенно в основе творчества открывалось отцовство, должно служить какой-то богословской предпосылкой к пересмотру и психологических, и педагогических идей. Чтобы не говорить долго о христианской традиции, я выбрал изумительную цитату из Дионисия Ареопагита, которая, в общем-то, как-то показывает эти глубокие патристические корни отношения творчества и отцовства в самой Троице. Постараюсь медленно, чтобы переводчикам было легче. Это сочинение об именах Божьих. Отец представляет в лоне божества творческий элемент. Иисус и Дух, в некотором смысле, божественные ростки порождающего божества Божия и как бы его сверхсущностные цветения и сияния. Цветение и сияние. Вот Отец, который является истоком творчества, и потом Творец. Во-первых, Отец, во-вторых, Творец. Это тот контекст, в котором бы мне хотелось бы уловить нить прерванного отцовства в антропологии и в педагогике, и в тех вызовах, с которыми мы сегодня встречаемся. Первый тезис как будто бы очевиден, что в христианстве именно через отношения с отцом и Богом как отцом рождается субъект, рождается сам человек. Но и в какой-то мере я приведу несколько сюжетов, и для нас сегодня в конце второго дня это уже не новые сюжеты, это те темы, о которых уже многие говорили очень развернуто, поэтому я позволю себе кратко. Но, во-первых, благодаря отцовству Бога мы открываем свободу человека, свободу сына. И мне хотелось бы процитировать владыку Антония Сурожского, который в 60-е годы, проповедуя в Оксфорде, в проповеди о достоинстве человека, говорил, что у людей, вышедших из Второй мировой войны, есть две сильные богословские темы. Первая тема – тема достоинства человека, и вторая – это тема солидарности. Так вот, о достоинстве он говорит так. Человек – может быть недостойным сыном, он может быть кающимся сыном, он может вернуться в отчий дом, но только как сын. Каким бы недостойным сыном он ни был, он никогда не сможет стать достойным наемником. Вот так Господь смотрит на человека в перспективе его сыновства, которое даровано нам в воплощении Господа Иисуса Христа, которое заложено в акте творения и соответствует нашему призванию стать причастниками божественной природы. Это наше призвание, это то, чем мы должны быть, и на меньшее Господь не согласен. Вот это окончание фразы я очень люблю, потому что очень часто сегодня можно слышать, что Бог просит от людей что-то, на что человек не согласен. Например, на рабство, на наемничество, на служение человек не согласен. Но в этой цитате, в этом суждении слышно, что человек очень легко соглашается и на рабство, и на зависимость. И единственная надежда человека является то, что на это не согласен сам Господь.
Вот тот, кто не согласен на наше рабство, и есть Отец. И благодаря встрече с ним мы открываем тему свободы, настоящей свободы сынов Божьих. Вторая вещь, или второй аспект открытия отношений с Отцом, это то, что Отец, встречая нас, видит в нас кого-то гораздо большего, чем мы сами себе представляем. Каждая встреча с Богом, постольку встреча с Отцом, поскольку мы удивлены тем, за кого Бог нас принимает. И это удивление является признаком встречи с Отцом. И, конечно, самое короткое суждение – это Псалом номер 8, где царь Давид, и очень важно, что это не царь, а человек, человек восклицает. И что такое человек, что ты помнишь о нем? И кто такой Сын Человеческий, что ты посещаешь его? Действительно, встреча с Богом может быть разной, страшной, определяющей, счастливой, опрокидывающей. Но встреча с Богом Отцом – это встреча, в которой я изумлен огромной новостью. Я удивлен не Богом, а самим собой в Его глазах. Может быть, это самое поразительное, что я встречаю во встречах с атеистами, не с людьми, которые называют себя атеистами. Потому что когда-то несколько богословов говорили о том, что христианство – это антирелигия, поскольку всякая религия учит человека служить Богу, и это понятная нужда каждого человеческого сердца – служить. А в христианстве как будто бы рассказывается противоположная история, история того, как Бог служит человеку. И в этом служении заходит так далеко, что идет до смерти и до воскресения. Вот эта новость о том, что в нас есть какое-то сокровище такой ценности, ради которой Бог может служить не человеку, не человечеству, а мне, Александру из Харькова, который не особенно может быть о себе высокого мнения. Но во встрече с Отцом впервые, может быть, открывается изумление по поводу того, что нам никогда не уследить за тем, за кого принимает нас Отец. Вот в нас Он видит кого-то чрезвычайно большего, чем мы сами готовы вообразить. И поэтому у встречи с Отцом есть очень серьезный маркер – удивление перед самим собой. Удивление перед самим собой. Третья вещь – развитие и новизна. Может быть, сегодня уже говорилось, и очень хорошо говорил владыка Каллист, поэтому, может быть, не стоит об этом говорить, достаточно сослаться на его суждение об отличии образа и подобия, о том, что Отец – это тот, кто смотрит на нас таким образом, что даже это сокровище, которое он видит, для него недостаточно. Образ Божий должен развиться во что-то, должен пройти какой-то большой путь. И вот это вот «давай», о котором уже сегодня говорилось, да, или «давайте сотворим», действительно, этот призыв «давай» – это очень отцовское желание роста и развития. И новизны, и новизны. Наконец, тема прощения. Простите, что все огромные темы вводятся так, но что делать? Вот все-таки прощение как будто бы то, что логически возможно, но практически крайне трудно, то, на что способен Отец, на понимание того, что не существует таких ошибок, которые совершает человек в прошлом, настоящем и совершит в будущем, которые соизмеримы с Божьим милосердием. И не может оказаться так, что человек будет сведен к сумме всех его ошибок. Отец – это тот, кто никогда не отождествит самые мыслимые и немыслимые ошибки с тем человеком, который их совершает. И, конечно, прощение приводит гораздо более радикальной характеристики или огромной новости, которую мы открываем, и без которой невозможно жить после 20 века и всех катастроф, которые были. Это тайна милосердия. И немного об этом говорил отец Алексей вчера в своем выступлении, но действительно потрясающе, что когда мы сегодня говорим о христианстве, очень часто говорят, что христианство – это школа любви, школа того, как научиться любить. Но, с другой стороны, можно увидеть людей, которые за удивительно сильными суждениями о том, что они готовы любить, не требуя любви взамен, о том, что человек должен любить, не ища ничего в ответ –
скрывают очень сильную новость, которая приходит вместе с отцом, о том, что мы прежде всего любимы, и только в той мере, в которой мы понимаем это, что мы любимы, и открываем это в своем сердце, мы способны кого-то любить. Вот это как бы такое отцовское основание нашей решимости кого-то любить, с одной стороны, по какой-то удивительной причине непопулярно, а с другой стороны, является какой-то исходной точкой христианской педагогики. Потому что оказывается, что каким бы человек ни был, он любим. Но это недостаточно услышать. Мы все это слышали много раз. Но удивительно то, что в какой-то момент, в каком-то узле своей жизни мы открываем, что мы любимы. И это действительно новость неслыханная. В каком-то смысле можно сказать, что для современной культуры, современного общества, может быть, лучшее определение христианства – это искусство быть любимым. Искусство быть любимым. Искусство того, чтобы узнать, признать, открыть в своем опыте, открыть в своем сердце, что мы, безусловно, любимы. Вот действительно, если это принять как предпосылку и богословскую, и культурную, и педагогическую, то очень многие классические темы меняют свое звучание. И прежде всего тема творчества. Вот если мы будем исходить из этих предпосылок, то следующий пункт я бы хотел посвятить тому, каким образом мы открываем отцовство в отношении людей друг с другом. Если пытаемся увидеть это отцовство в свете христианского суждения о отцовстве самого Бога. Ну, во-первых, оказывается, что с одной стороны мы говорим о современном кризисе отцовства, о сиротстве, о безотцовщине, но очень часто отцовство воспринимается в двух крайне слабых позициях. Отец – это либо тот, кто защищает дом, либо тот, кто служит морально-нравственным авторитетом собственному ребенку. Это рассуждение, конечно, принадлежит Франко Нембрини, в котором он проводит всегда очень сильную линию, заключающуюся в следующем, что если мы связываем отцовство с этими двумя позициями, мы все проиграли, потому что, во-первых, отцы не очень хорошо защищают, а во-вторых, им очень трудно быть моральным авторитетом собственному ребенку по простой причине, потому что наши дети о нас слишком много знают. И можно еще попробовать быть морально-нравственным авторитетом в метро или в большом городе, и гораздо сложнее это делать перед глазами детей, хотя говорит Нембрини, что дети нам, к счастью, слишком многое прощают. И способность детей прощать родителям гораздо больше, чем родители способны простить своим детям, лежит тоже в основе отношения отца и ребенка. Потому что при этой почти тотальной способности простить есть одна вещь, которую ребенку простить трудно, которая входит в какую-то зону детского непростительного, когда отец не способен быть свидетелем того, что жизнь – великая и прекрасная вещь, которую ребенку стоит прожить. И, в общем-то, Нембрини настаивает на том, что отцовство – это свидетельство. Отец – это тот в моей жизни, кто способен донести, часто без слов, только глазами, ту великую новость, что жизнь стоит того, чтобы жить, и что моя жизнь, какой бы трагической она ни была, это история любви, а не история страданий, претерпеваний, унижений, трагедий и так далее. И худшее, что может сделать отец в семье, прийти и рассказывать ребенку о том, как ужасен мир, как он бессмысленен, ложен, ошибочен и опасен. Нам редко кажется, что именно в этот момент мы предаем отцовство, но стоит к этому присмотреться, потому что у отцовства появляются две характеристики. Во-первых, отец – это свидетель. И, конечно, очень важно, что это свидетельство всегда свидетельство о вещах, о которых трудно или невозможно говорить, потому что встреча с великим опрокидывает всякого человека. Отец
осуществляет отцовство именно в своей опрокинутости перед чем-то великим, грандиозным, настоящим, доводящим до слез. И вот лицо человека, который в молчании предстоит этому опыту великого, и свидетельствует о том, что великое существует. И вторая вещь – это, конечно, тема безусловного прощения, которая заключается в том, что мы предаем отцовство и в тот момент, когда, воспитывая, говорим, что мы любим очень своего ребенка, если он что-то сделает. Мы его, конечно, любим всегда, но если он исправит оценку тройку по пению, то мы начнем его любить гораздо больше. Вот эти невинные «если ты» составляют закон превращения любви отца или отцовства в шантаж. И оказывается, что проблема воспитания заключается не в том, чтобы идеально и разумно сформулировать все условия «если ты», а в том, чтобы суметь построить отношения, отказавшись от «если ты». Отец – это тот, кто, появляясь, умеет передать своему ребенку, что он готов отдать за него жизнь, за такого, как он есть сейчас, со всеми тройками и со всеми недостатками, вовсе не ориентируясь на того прекрасного человека, который будет в будущем, потому что тот, который есть сейчас, это и есть то сокровище, ради которого он готов отдать жизнь. Вот эта безусловная жертвенность является тоже формулой отцовства. Если мы это принимаем, то, может быть, самой прекрасной метафорой отца является наблюдение Нимбрини над гимном Богородицы в Божественной комедии Данте в 33-й песне «Рая» в самом-самом конце. Есть, наверное, самый великий текст или фрагмент Божественной комедии, где святой Бернар находит самые великие слова, воспевающие материнство Богородицы. И вот когда все это пение разворачивается, с одной стороны, удивительно, что там нет ни слова про отца. Это гимн исключительному материнству. Но один наблюдатель заметил, и удивительно, что это не комментатор Данте Нимбрини или профессор, один наблюдатель заметил, что в Божественной комедии есть акростих. В той части, где святой Бернар приходит к просьбе, появляется по вертикали буквы, которые составляют фразу «Иосип Ав». «Привет, Иосиф». «Привет, Иосиф». И Нимбрини просто плачет, комментируя это место, потому что он говорит: «Посмотрите, какая нежность. Место отца в акростихе». В акростихе. Почему? Потому что если отец справился со своей задачей и сумел передать своему ребенку, кто его истинный отец, дожил до того дня, когда его собственный ребенок может прочитать «Отче наш», прекрасно понимая, к какому отцу он обращается. После этого роль отца только в буквах по вертикали гимна матери. Гимн не нужен, достаточно акростиха. Может быть, это идеальная формула или идеальная метафора отцовства. И вот, наконец, конечно, это вселенскость отцовства. Недавно я встретился с хорватским миротворцем, который всю свою жизнь посвятил миротворчеству на войне и, в общем-то, считает, что не достиг он больших успехов. И когда его спросили, а чем он вообще занимается, к чему бы он свел свою жизнь, он рассказал очень простую притчу. Он сказал, что, ну, представьте себе мальчика, который гуляет по берегу моря и занимается тем, что морских звезд бросает в море обратно. И к нему подходит ветхий старик и говорит, что, ну, чем ты занимаешься, посмотри, сколько их. Их миллионы. Ты что, собираешься их туда все бросить? Это совершенно бессмысленно. И мальчик поднял одну морскую звезду и сказал, для нее смысл имеет. Вот в этом для нее смысл имеет. Тоже заключено это абсолютное безусловное отцовство. И, наконец, если мы принимаем все это, мы можем отправиться в школу и посмотреть, какое отношение так понятое отцовство имеет к учительству. Вот, наверное, самый большой кризис в образовании называется простым словом «скука».
Потому что если наши дети еще что-то хотят, хотят такого, может быть, чем мы не очень довольны, но хотят, то значит все не так плохо. Потому что можно представить себе легко состояние, когда человек не вполне может сказать, что он хочет. Такое, иногда такое чувство, что мы оказались в мире, в котором люди женятся для того, чтобы наконец появился человек, как теща, который точно знает, что ты хочешь. Это какой-то выход из состояния кризиса желания, но такой очень разумный выход, между прочим. И тогда, вот отсутствие желания – это что-то новое, потому что обычно педагогику связывали с тем, что нужно в ребенке культивировать хорошие, добрые желания, плохие желания каким-то образом нейтрализовать. И вдруг мы в новой ситуации, когда педагог – это человек, который способен создать желание, способен каким-то образом проявить, пробудить, обнаружить желание. Но кризис развивается так быстро, что проблема, конечно, даже не в скуке, а в связи скуки и насилия. Опять история о Нембрине очень короткая. В Италии несколько лет назад случилось страшное происшествие. В городе Верона банда подростков убила взрослого человека, который, проходя мимо вечером, попросил прикурить. И, конечно, когда мы обычно представляем себе такие банды, мы думаем, что это ресентимент, это плохо образованные варвары, иммигранты, люди, которые не ходят в школу. И каково его было удивление, когда оказалось, что главарь этой банды, не подлежащий суду из-за возраста, совершенно юная особа, оказался из семьи хорошо воспитанной, культурной. И Нембрини это описывал буквально такими словами. Он говорил, что среди тысяч детей, которых я видел за свою жизнь, он 40 лет занимается педагогикой, больше. Этот парень относился к 10 самым образованным, самым воспитанным молодым людям, которых я видел за всю жизнь. И вот когда они говорили об итальянской поэзии, в какой-то момент Нембрини не выдержал и спросил его: «Ну слушай, скажи правду, что случилось тогда в тот вечер? Мы же с тобой друзья». Этот подросток начал свой большой разговор о том, что случилось, с очень простой фразы. «Знаешь, мы в тот вечер хотели убить время, но убили человека». Вот этот короткий путь от скуки к насилию, как будто бы нам кажется очень современным, но на самом деле это не совсем так. У Пушкина есть великое произведение «Сцена из Фауста», которая начинается фразой «Мне скучно без». Буквально на нескольких страницах происходит короткий и сильный разговор Мефистофеля с Фаустом, который заканчивается тем, что, чтобы развлечь Фауста, нужно все-таки сжечь торговый корабль с десятками ни в чем не повинных людей, потому что что делать, скука такой силы, что надо как-то приводить себя в порядок. Вот, наверное, мы до сих пор недооцениваем всерьез опасности скуки, потому что мы не видим сильной связи с насилием. Мы беремся решать проблемы насилия, войн, катастроф, конфликтов, думая, что это связано с какими-то совершенно иными причинами. Но если действительно крик подростка, молодого человека к воспитателю, к учителю, это крик человека, открывшего непобедимой скуки, то ответ на этот крик, настоящий ответ, это ответ христианский, потому что христианство – это, мягко говоря, не скучно. Но катастрофа начинается в тот момент, когда, приходя в церковь, молодой человек не открывает великий опыт, способный победить всякую скуку, а наоборот открывает место скуки. Вот часто говорят, ну знаете, мы не должны там развлекать, мы не должны, что мы еще, мы многое не должны. Но очень, мне кажется, важно увидеть, что если в церкви и в школе мы не находим места побеждающего скуку, все остальное быстро теряет свою силу и может быть бессмысленно. И вот если мы смотрим на это таким образом, что настоящим ответом на этот вызов скуки является отцовство, потому что отношение с отцом – это отношение с тем, кто приносит мою жизнь опыт величия.
И если попробовать эту фигуру отца инструментализировать до педагогики, то я бы решился говорить о некой третьей педагогике среди тех двух, к которым мы привыкли в постсоветском, скажем, горизонте. Я из Украины. Я плохо знаю эстонский опыт. Я говорю о том, что знаю. И классическое преподавание – это преподавание либо мировоззрения, когда тебе даются какие-то знания, связываются в систему, ценности, знания и так далее. И второй выбор, когда школа дает не знания, а моральный авторитет учителя, когда считается, что вот заходящий в класс человек несет в себе некий ценностный идеал. И ребенку остается только следовать и подражать этому идеалу. Вот вызов скуки – это тот вызов, который обессиливает эти две позиции. На вопрос, не хочешь ли ты узнать устройство атома, ребенок говорит, я слышал недавно в школе, не хочу. И, конечно, призыв к тому, что если ты будешь идти за прекрасным человеком, который перед тобой воплощает моральный идеал и все ценности человечества, собранные вместе, ребенок говорит, не хочу, я устал. Я устал. И ты думаешь, что ж ты устал? А чего ты хочешь? Отдохнуть. Отдохнуть хочу. И как бы вот примерно это и есть драма, потому что мы все время рассчитываем на экспертов по передаче знаний, либо на людей, которые несут в себе морально-нравственный стержень. Но в такой ситуации и то, и другое не срабатывает. Это приходит в лучшем случае потом, а чаще всего не приходит совсем, потому что фигура современного учителя это какая-то третья фигура. Это фигура взрослого человека, который входит в класс неравного и не играет в равенство детям. Это не разговор о человеке, который способен вести диалог на равных и создавать иллюзию в глазах детей, что он знает столько же, сколько дети, и вести диалог на равных. Конечно, это великан. Конечно, это великан в глазах ребенка, который заходит в класс и делает какое-то волшебство. Он через речь, через все, что он показывает, вводит вместе с собой в класс опыт чего-то настолько великого. Великой литературы, музыки, поэзии. Вот буквально это то, что только что происходило. Зашел человек, читал стихи, произносил слова. И в результате мы не с ним познакомились, а зашло в эту комнату что-то огромное. Вот когда ребенок видит это, как его любимый учитель, великан, превращается в кого-то чрезвычайно маленького рядом с тем величием, которое зашло, и это великое настолько огромное, как гора, рядом с которой даже бесполезно сравнивать, кто больше, ребенок или ты, это настоящий успех учителя, успех человека, который сумел подарить что-то такое огромное, рядом с чем мы становимся одинаково маленькие. И маленький учитель, выходя из класса, торжествует, потому что он сумел подарить что-то огромное. Вот эта операция масштабирования опыта через отношения с учителем для меня и означает отцовство учителя или фигуру отца в педагогическом процессе. В Эстонии время течет не так, как во всем мире. Это я заметил уже вот 2 года назад. Я вообще не понимаю, что вы со временем делаете. У меня мало времени, но хочется пошутить. Знаете, когда много преподаешь в университете, кажется, что ничего за 1,5 часа сказать невозможно. Это так быстро. И когда я начал немножко работать в школе, ну вот сейчас расскажу, я заходил в школу и думал, господи, как эти учителя умеют за 45 минут провести урок? Поставить вопрос, проверить, наказать, чему-то научить, сделать выводы. 45 минут. Я думал, что волшебство. Но я же помню в детстве, как было, когда время в школе тянется, и ты даже не веришь, что оно вообще закончится. И что вы думаете? Я пошел на один урок посидеть. Сижу. Смотрю на часы и вижу 30 минут. И вернулось забытое чувство.
И в этот момент девочка рядом со мной, ученица, сказала: «Господи, 15 минут, мы все умрем». И я понял, что все, я готов к тому, чтобы жить в школе, потому что мне как-то вернулось это странное чувство времени, когда ты не можешь понять, как ты доживешь еще 15 минут. И вот, короче говоря, я надеюсь, что еще 10 минут, это правда? Что эти часы показывают? Скажите, пожалуйста, я перестал следить за временем. Следовательно, 5 минут. Меньше. Извините. Быстро. Я не расскажу о том, как связь отцовства и искусства представлял себе Джотто во Флоренции, когда строил компанилу Джотто. Это я вам не расскажу. И потому что существует сильная связь между пониманием того, что всякий опыт рождается из отношения, и это я называю педагогикой добродетели, и творчеством. Как существует сильная связь между воспитанием семьи классических добродетелей и семьи свободных искусств. Для человека поколения Джотто и Данте это было ясно. Через 100 лет начались проблемы, из которых состоит новое время. Но мы сейчас не будем об этом говорить, я скажу только в заключительном сюжете. И о нем я вам не скажу. Я только скажу об одном. Что изменилось в моей жизни 2 года назад? Я думал, что выход из состояния отчаяния и скуки в школе возможен с трудом. Потому что я работал в всяких тренингах, посвященных учителям. И очень много общался с учителями. И мне казалось, что эта задача совершенно невозможная. Как будто бы нету этой точки, из которой появляется надежда. 2 года назад я познакомился с человеком, который сегодня со мной, Михаил, приехал вот на нашу конференцию. И для меня это огромный знак. И он мне рассказал при первой встрече историю за 3 минуты. И он сказал: я вам рассказываю для того, чтобы вы поняли, что от этого предложения невозможно отказаться. Это история сельской государственной украинской школы. Включите. Мы посмотрим только картинки, и потом будет очень хорошо пить кофе. Это действительно 3 минуты. Мой маленький сын, когда был в 1-м классе, он не понимал по часам. И поэтому я ему писал смски. Например, я опаздывал, чтобы забрать его в школу, писал: буду через 20 минут. А он не понимал по часам. И я не успевал, и пришел, и через час получал от него смску. Это не 20 минут. Нет, не работает? Пока получится, в конце концов. Пока не появилась картинка, я скажу одну вещь. В Америке в 1999 году случилось трагическое событие в педагогике. Появилось поколение молодых ребят во главе с человеком по фамилии Левин, который в Южном Бронксе, в ужасной школе для иммигрантов, в которой ни один ребенок не заканчивал школу по соображениям преступности, решил педагогическую задачу и заявил, что через несколько лет 8-классники закончат школу все, поступят в колледж и в университет. Никто это не умел делать, успех колоссальный. Потом социологи проверили судьбу детей, и оказалось, что только 1/5 этих детей закончила бакалаврскую программу. И создатель этой программы, Дэвид Левин, был в шоке, потому что знания передать они смогли, организовать поступление они смогли, но они совершенно не воспитывали в этих детях те качества, которые позволяют жить долго и быть живыми, несмотря на поддержку или трудности среды. И тогда они поняли, что нужно заниматься не передачей знаний, а воспитанием того, что они называли сильные стороны характера или характером. Эта история замечательна, потому что они долго обсуждали, а какие черты характера стоит поддерживать. Это заняло у них годы. Они подключили туда Селигмана,
который занимался проблемами счастья, благополучия, так называемой позитивной психологии, и они сокращали список черт характера. Вначале это было 100 с чем-то, потом 24, потом еще сколько-то. Знаете, к чему они пришли? Они пришли к числу 7. Если вы посмотрите этот эмпирический список черт характера, не нужно быть очень остроумным человеком, чтобы увидеть, что это 7 классических добродетелей. Вера, надежда, любовь. Умеренность, мудрость, мужество и справедливость. Оказалось, что именно в этих школах нет выхода. Мы не можем прятаться ни от чего. И мы можем делать только одну вещь – возвращаться к классическим добродетелям. Классическим добродетелям. Ну что? Не получается? Ай, жалко. О, на начало. Итак, это не первая картинка, сейчас будет первая. Это обычная советская, постсоветская школа 83-го года постройки, которых много в Украине, в селе, рассчитанная в начале на 600 с чем-то мест. В тот момент, когда мы ее застигаем в таком состоянии, в ней уже 120 учеников, ее готовят к закрытию. Потом происходит, это так она выглядела, ну, можно быстро, смотрите, полы деревянные, на стенах очень красиво. Это село в Житомирской области. Это туалеты для детей. Это умывальники перед столовой. Это столовая после ремонта. Произошел евроремонт, там окна поменены. Это спортивная площадка. Это начинается ремонт. Ремонт длился 1 год. Видите, что школа больше не устоит в том виде, в котором она есть. Я видел эти картинки 2 года назад, как вы сейчас. Это сейчас так уже выглядит. Это столовая, которая была. Туалет. Простите, что с туалетов начинаем, но все профессионалы знают, что школа начинается там. С запаха. Спортзалы. Театр, гончарная мастерская, кулинарная мастерская, робототехника, обычный класс для маленьких детей. Компьютерный класс. Химия. Вода течет из крана. Это первое, что проверяют взрослые, когда заходят. Ну вот, так это выглядит сейчас. Так это выглядит сейчас. Когда я это все увидел, я не поверил глазам и сказал, что я должен туда поехать и посмотреть, как на самом деле. Это человек, который со мной встретился, любезно согласился. С тех пор мы стали друзьями, и вот мы сегодня вместе. С Михаилом. Но, конечно, все люди, которые это видят, в них просыпается взрослый циник и скептик, который говорит, ну-ну, конечно, это дорого, но каждый может построить, были бы деньги.
Но дальше начинается главный вопрос. Когда мы все это построили, неужели можно в этой школе продолжать ту педагогику, к которой мы привыкли? Возможно ли в состоянии кризиса, отчаяния, депрессии продолжать то, что было раньше? Что такое эта новая педагогика? Где она начинается? Вот отвечая, ища ответы на эти вопросы в Эстонии, в Италии, в Англии, в разных школах, меня интересовал только один вопрос. Что может ответить на этот скандал скуки, скандал того кризиса, в котором мы живем? Все, что я хотел сегодня сказать, это то, что возвращение к отцовству в школе означает возвращение к модели классических добродетелей, которые проникают в школу даже тогда, когда мы не думаем о христианстве. В состоянии отчаяния человек открывает эту структуру. Может быть, это тот редкий момент в истории, когда школа не конфликтует с христианством, а встречается по-настоящему. Это место встречи – воспитание добродетелей. Спасибо.